Баконом, баконом, пацаны. Ну так давай, давай, Дан, блин. Ты делаешь или что ты делаешь? Я не вижу, чтоб ты делал, блин. Руками выводим. Пошли. Сзади. Обязательно бросок вперед через плечо, захватом за один отворот. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменялись. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменялись. Пошли вперед, вперед хоть что-то. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Локоть не держи, 9, 10, баскетбат, номер удовольствия, пошел, 1, давай, подмышку, 3, 4, чич, шассе, шахте, оп, ноу, сечи, поменялись, пошли, 1, Uno, dois, três, quatro, cinco. Быстрее, Петя! Шасса, шапка, оп, ноу, сечи. Поменялись. Еще 2 минуты работаем. Пошли. Uno, uno, dois, três, quatro. Чич, шассе, шапка, оп, ноу, сечи, поменялись, пошли, уну, дой, три, патру, чич, шассе, быстрее, быстрее, шапка, оп, ноу, сечи, поменялись, петля, вот туда, в центр. Иди, Андрей, где-то. Быстро помоги ему найти и делай лучком, чтобы он работал. Пошли, уну, дой, трей, патру, чич, шасса, шапка, оп, ноу, сечи. Смотри, значит так, отсюда делаем, идем, идем, 3 подворота бросок, 3 подворота бросок. Потом бежим сюда и меняемся. Движение делаем. Так, сначала через плечо. Петря, быстрее. Что вы стоите, Андрей? Сюда. Андрюха, сюда. Денис, сюда. Дальше.
чувак, значит, раз, влюбовница, то хоп, муж, блин, а темно, муж. Она говорит, быстро на балкон. Он раз на балкон вышел, блин, думает, да, там девятый этаж. Как я прыгнул, прыгай. Вот, нет, он раз зацепился и висит, блин. Висит. А муж не уходит, блин, не могу выйти, он висит. Вдруг слышит ему дворник, ноги подними, мужик. На первом этаже висит, ноги подними. Макс, хорошо разогревайся. Давай, моя мать. О, молодец, колени берегите. Петя, ты делаешь, хватит ему бросать уже. Пять минут, разминка.
сбрасывает финаля. Я
он болтается пояс. Вот Макс, не Макс, Денис. Вот сейчас ты можешь пояс развязать. Вот видишь, он у тебя хорошо заряжен. Развязал, хоп, это. Так. Андрей, что ты ему будешь делать? Какой прием? Я смотрю, задняя подножка, да? Да. Второй прием какой? Бедро. Бедро. И еще какой? И через плечо. Хорошо, Петя, твои три приема. Так, Денис, ты что будешь делать? Буду делать красивые приемы. Покажи. Нет, какие три приема? Скажи. Так, так, так.
зачем подыгрываться? А сколько отдыхаешь? Велосипед. Ну, во-первых, ты садишься, смотри, сел, и естественно, ты ходишь туда. Он лежит на животе, значит, ему спину поломал. Ну, сядь на колени. Thank you.
тебе пришел с кем бороться. На мужа. Да. Я как раз. Хорошо. Вот, стой прямо, Андрей! Yeah.
всегда так делаю. Мне нужна вата. Вот это вата, не просто вата. Ее смотрю на месте. Потому что я сюда. Вот посмотри. Переворот. Где у меня это? Что нужно делать? Вот куда руки надо ставить. Сюда. Вот сюда засунуть. Или одну, или две. Сюда ни в коем случае нельзя. Сюда. Вот здесь. Вот. Видишь, вот еще. Вот нельзя. Вот отсюда. Ты захватил эту руку. Все. Теперь ты можешь ложиться сюда и отсюда душить. Отсюда переходить на удержание. Руку из. А если ты ставишь, вот просто тупо руку хватаешь, нет, поднимаешь голову под себя, ставь ноги, все упал, все держание делаешь. Ты не чувствуешь? Жопа не чувствуешь? Давай сюда все. Режут это старые такие, блин. Ну вот эти ножи сюда. Покажи где. Там вот. Юрий сам, разрешите нож. На месте должны лежать. Сейчас. Нет. Уже сам. Сейчас. Петя, ты шел в парк? Нет. Он за этим идет, за брата. Так. Стоп, да? Значит так. Отжимание. При
разрешите, я сделаю, я больше не могу. Со мной давай, Денис. Нет, ну туда Даня, туда. А Бог? Нет, еще. Захват, уже можно что-то. Вот, вот, туда голову. Макс, там есть кто-то? Там, в тренажерке есть кто-то? Закрыл? Да. Хорошо. Пожалуйста, чтобы ты хорошо себя чувствовал. Вот я 2 дня плохо чувствовал, а сейчас стараюсь, чтобы у меня все было нормально. Лид, поставил за шею, он тебе раз бросил, два бросил, три подвернулся. Ну, поставь мне еще немножко рук. Бороться? Да, повесь хорошо.